Я разогрелся, размят немножко. Друзья мои, не получилось у меня в декабре в толком выступить. У меня голос поставлен, я все равно перекричу, господа, только очень не хочется этого делать. Извините, не в понтак дело, я работаю без выходных, поэтому давайте попонять немножко. И я в последнее время стал ленив. Там, когда приходишь выступать, что такое, типа, парад такой. И говоришь, не хочешь придумать какую-то концепцию? Говорю, выбирайте месяцы. Года. Вот у меня есть стихи, где есть почти все месяцы года. И вот к этому идет привязка. А о чем стих, роли не играет. Короче, ноябрю я так реверанс свой не отдал. Стих из недавних, прошлый или позапрошлый год, не помню. Аленочка, да? Буду на ходу вспоминать. Это еще была собака жива, мой старый пес, еще с ним гуляли, и как бы все стихи у меня документальные. Гуляю с собакой и пишу, что вижу, акынствую. Поставь на паузу, я забыл начало. Не, не поставлю. Хорошо. С малышкой своей гуляете, они все сапсами гуляют. Да сапсами, сапсаны, у меня умерли все животные-то. Малышки с кем? Да подождите, Эльвира. Ну как подождать? Да подождите, а подрастет, я вам скажу. Ой, Вера. Ну то есть опять на паузу, ты меня смущаешь. Не поставлю. Листва покрылась патиной морозной. И к шелесту приплюсовавший хруст ноябрь вводит скрипку виртуозно в привычную полифонию чувств. От оплеухи снежной не заплакав, я к гардеробу добавляю шарф. И все, пожалуй. Я вам не Иаков пред необорным делать антраша. Молодцевато скрипнув на рессорах, годок-возок не рушится в кювет. Хоть этому не 40 раз по 40, а много больше. Аль не скучно? Нет. Молчит душа, перегрустив о вечном. Деревья бдят крестами вдоль дорог. И все вокруг гораздо больше речи, которой я противиться не смог.